Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все о монетах». Продолжаем рубрику «Монеты царской России». И в сегодняшнем обзоре, друзья, я познакомлю вас с рублем, который был выпущен на столетие Отечественной войны 1812 года. Краткая информация. Друзья, торжественные слова императора Александра I, сказанные им перед русскими войсками в начале 1813 года, перед заграничным походом в Европу навсегда вошли в историю. По истечении 100 лет, будучи размещенными на юбилейном рубле, выпущенным к столетию великих событий 1812 года, это торжественного и исторического события в 1912 году. Среди коллекционеров-нумизматов этот рубль называется «Славный год». Выпуску этой монеты предшествовал сбор комиссии, которая должна была заняться решением всех вопросов, связанных с ожидаемым юбилейным торжеством. Во время одного из заседаний данной комиссии было решено осуществить реставрацию самых известных полей сражений 1812 года и установку на них памятника. Согласно утвержденного плана, на Бородинском поле решили восстановить известные укрепления, а также построить два памятника на местах расположения ставок Кутузова и Наполеона. Также задумано было и создание 6 меньших по размеру памятных знаков в местах расположения полков русских войск. Ранее по всем губерниям России были разосланы запросы с целью нахождения живых свидетелей того сражения на Бородино. Всего было обнаружено 25 человек. Всем им было более 110 лет. Самый старый из них – бывший фельдфебель Аким Войтенюк, который на тот момент отмерял уже 123 год жизни. Во время Бородинского сражения он находился в составе Волынского пехотного полка. Другими свидетелями того сражения были обычные местные крестьяне с ближайших сел. Лишь пятеро из них смогли приехать на торжества, где их расположили в первом ряду. После того, как император осуществил объезд войск, он лично подъехал к старикам, поговорил с каждым из них. Отчеканенный рубль «Славный год» был лишь частью широкомасштабных мероприятий, посвященных круглому юбилею Отечественной войны сурового 1812 года. Всего было выпущено 26 подобных памятных рублей. Этот рубль был выпущен на монетном дворе Санкт-Петербурга. Металл – серебро, проба 900. Масса данного рубля – 20 грамм. Содержание химически чистого металла в нем – 18 грамм. Диаметр – 33,6 мм, толщина – 2,5 мм. Средняя стоимость данного рубля – 3500 долларов. Друзья, все зависит от состояния монеты и, по большому счету, до желания купить. Друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация моего канала, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.